Привет всем, вы на канале Panda Play, меня зовут Дмитрий, и мы продолжаем играть в Trader Life Simulator. Прям недолго нам пришлось с тобой подождать, и вышло обновление. Значит, смотри, я просрал запись только что, я играл 15 минут. Разработчик добавил в этом обновлении 31 продукт, 31 позицию у Джабера, добавил одну позицию у... ну вот, вот у этого продавца в продуктовом магазине... в овощном магазине. А добавил он сюда, значит, картошку. И я не знаю, есть ли у меня картошка сейчас в магазине или нет, потому что она, типа вот уже была мною куплена совсем недавно, прям 20 минут назад буквально. И разложена на полочку. Кстати, стой, подожди, мы... Блин, не, в жопу, у меня денег нет. У меня денег нет даже на карте, ёшкин кот. Поедем, положим, поедем, положим 1000. Да хватит мне посреди экрана вылезать. Ты мне мешаешь, ты отвлекаешь меня от игры. Да отстань. Отстань уже, в конце концов. Навязчивая надпись. Сейчас гоняем, кстати, на второй этаж, посмотрим, может, там что добавили или не добавили все-таки. 1000 давай закинем туда. На банк. И теперь 1000 закидываем. Не 1000, а 900 закидываем на карту. Все, оплачивайся. Electricity bill auto-paid. Добавлены, я уже сказал, 31 позиция в Jabbershop, одна позиция в овощном магазине. Добавлено, значит, сюда еще холодильник в фурнитур-шопе. И добавлено здесь еще какая-то ерундистика. А, типа, можно теперь поворачивать вот всю мебель и все коробки, которые мы расставляем, медленнее или же быстрее. Сейчас покажу, как это работает. Да, картошка уже есть, и она выставлена. Смотри, с шифтом быстрее поворачивается. Типа вот прям один поворот колесика, один шаг колесика мыши. И он поворачивает аж на сколько тут получается? Больше, чем на 15 градусов, но... Короче, срать, на сколько, вот много он поворачивает. Так он поворачивает вот так. А на Alt он поворачивает вообще очень медленно. То есть я кручу тут вот один шаг. То есть он очень медленно поворачивает. Дальше, что мы делаем? Дальше мы едем на КамАЗе. На КамАЗе едем, естественно, потому что гоночный автомобиль я потерял примерно около фермы. Там у меня закончилась моя запись, и я начал записывать заново. Но, естественно, когда перезаходишь в игру, я очутился снова в этом, в доме у себя. Но машина моя не очутилась почему-то около магазина. Я очутил... Блин, еда. Чуть не забыл, представляешь? Пойдем поедим, чтобы даже не думать об этом. Чтобы о еде не думать, она нас будет только отвлекать. И бегать не сможем, и урчать в животе будет. Да что ж такое-то? Почему? Да, вот уже начинает урчать в животе, и бегать мы не можем. Ой, господи, давай быстрее беги. Скорей. Ты голоден, ты не можешь бежать. Да я понимаю, что я голоден и не могу бежать, но я хочу бежать. Хочу очень сильно бежать. Я взаимодействовать. Пицца. Цена купить. Пожрали, побежали. Очень много всякой интересности добавили в Jabbershop, как ты можешь наблюдать по жалобам наших клиентов. То есть там заправка для салата. Мы сейчас заедем обязательно к Jabbershop и посмотрим, как у него там теперь все организовано. Потому что ты-то не видел, я-то уже видел. Ну как видел, я так заехал, посмотрел. Да хватит ты ехать боком-то, я же ведь уже затормозил. Что ты за машина такая? Мне кажется, разработчик еще какую-то ерундистику сделал, что машина теперь, видишь, как управляется. Кстати, вот мои две коробки, которые я прикупил. Она просто... Я на спорткаре ехал, а на спорткар коробки не ставятся. И это меня очень огорчило. Смотри. По холодильникам. Здесь добавили почти ничего, кроме вот пиццы пепперони и апельсинового сока, галлона молока и шоколадного мороженого, соответственно. Здесь самое интересное. Это пончики и кирпичный хлеб. Кирпичный хлеб это видимо, какие-то издержки перевода, а, возможно, на самом деле кирпичный хлеб. Здесь у нас куки-печеньки, а это синабоны. Булочки с корицей. Добавили, значит, сюда еще кокосовое печенье, ванильное печенье, добавили плитки шоколада, добавили имбирное печенье, шоколадное печенье, клубничное печенье у нас уже было, темный шоколад, молочный шоколад, обычные орехи, говяжий бульон из курицы.
с этой стороны. Обычные кетчупы, заправку для салатов, помимо соусов. Сухой корм для собак, сухой корм для кошек. Подгузники, ткань. Больше, ну, видимо, решили они не переводить иначе как-то его, этот товар, и тканью и оставить. Масло для жарки. Вот это масло, видимо, отличается как-то. Ценой, может быть. Ну, ни хрена ценой оно не отличается. Видимо, оно реально очень хорошо. Кошачья еда. Наш разработчик решил внезапно перестать быть заядлым собачником и добавить все-таки в игру кошачий корм. Но лакомство для животных, опять же... лакомство для животных, опять же, для собак. То есть котов он опять обделил. Негодник. Добавили кофейные палочки, лапшу, спагетти. То есть, кроме макарон обыкновенных, добавили еще всяких разновидностей. Кофейные палочки, я уже сказал. Тия. То есть, розовый чай, наверное, да? Или чай из роз, не знаю. Обычный чай. Зубную пасту здесь мы видели уже. Чистящий порошок, шампунь и солнечно-защитный крем, да? Солнцезащитный. Чипсы. Мы теперь знаем, как они должны стоять. И, собственно говоря, все, на этом все. Поедем, возьмем кирпичный хлеб, который я прикупил и не смог засунуть в спорткар. И возьмем с тобой кошачью еду, потому что ее я тоже купил. Ведь кошачья еда должна быть в магазине по-любому. Погнали на ферму, возьмем наш заработок за какой-то промежуток времени, который мы не собирали. Ну, как мы поняли, уже там не стакается заработок, и он как бы остается только за день, короче. Вот мой спорткар, который лежит, стоит, радуется жизни. Кстати, да, смотри-ка, он не сдвигается. Он решил не сдвигаться. Поехали! Жестяная машина. Банка консервная. Поехали. Не хочешь, не надо. Оставайся здесь. Бортанем его немножечко и поедем дальше. Коровки наши все на месте. В отличие от кур, которых нам так и не вернули. Они у нас так и остались незамеченными под землей. Скорее всего, лежат. Возвращайся в 10. Слушай, а раньше-то было в 9, по-моему, если не ошибаюсь. Давай нажмем на животных, посмотрим, сколько у нас тут. 976 коров, да, все. О, да, кстати, смотри-ка. Доход будет доступен 21. Возвращайся в 22. Ну, где-то здесь недоработочка. Кто из них прав, кто виноват, мы не можем пока судить, пока еще нет столько времени. И мы обязательно сюда приедем в 9 часов, если я не забуду, конечно. Эй! Я ехал в другую немножечко сторону, но машина решила завернуть именно сюда. Пойдем посмотрим на новый холодильник, который добавил наш разработчик любимый. Холодильник, ни хрена себе, можно сюда колбасу раскладывать. А мы его и купим, а чё бы нет. Кстати, да, пойдем колбасу положим, а то там один мой человек, подписчик, комментатор и просто хороший человек писал, что я не разложил колбасу и как мне жить теперь и что делать. Обязательно сейчас разложим. Обязательно разложим, не переживай, все будет хорошо. Все будет хорошо. Я просто про нее забыл. Я почему-то думал, что я разложил, а оказалось, что нет. Но она, блин, на самом деле, слушай, коробки я замечаю, а вот эту колбасу, которая, в принципе, блин, бери да доставай из этой коробки с колбасой. И даже ж не коробка получается, просто подставочка под колбасу. И бери да бери. А покупателям нужно прям выложить по одной колбаске, что они ж не самостоятельные. Опа! Подожди, затормозили. Пойдем. Мне кажется, там не было такого. Мне кажется, тут просто заправка была, а тут мужик появился. Или не было? А, нет, тут мужика. Мужика пока не добавили. Кстати, да, добавили... Где-то я прочитал, что добавили функцию сидения. Сидение на стульях, на креслах и на диванах. То есть там можно прям на самом деле сесть и посидеть, но на этом стуле, видимо, нельзя. Этот стул не для нас, поэтому обойдемся. Поедемте в магазин, разложим наши кофейные палочки. И кирпичный хлеб не забудем разложить. Ну-ка, подъехали. Подъехали. В город за орехами. Ну-ка, открываем. И это открываем. Это кто бибикает? Тут нет никого даже. Чихают, бибикают, блин. Вон народ пошел. Мне нравятся эти звуки оживленной улицы, тем более учитывая, что здесь нет никого. Ну...
Разработчик считает, что здесь кто-то есть. Давай, уходи. 32 тысячи мы только что собрали, и это очень здорово. Что это такое у нас? Кошачья еда. Кошачью еду нам некуда ставить, и мы, наверное, ее поставим. Поставим вот сюда вот. А почему нет? Правда, она сюда не влезает, это грустно. У нас тут целая вот стела. Блин, а тут монитор стоит. И тут мониторы стоят. А у меня же есть какой-то еще, да, стеллажик? Это рэк, это electronic table, кстати, да, я его не использовал. Цветочек не использовал. Холодильников там вагон целый, я ж накупил. Что-то я вообще не пойму. Откуда у меня столько холодильников? А, холодильник третий. Shelf rounded мы, естественно, поставим вот сюда. Вот так. Да? Нет. Я хочу ровно встать. И чтобы это ровно стояло тоже. Наверное, где-то вот так. А я откуда знаю как? Оно же ведь ровно не ставится. Оно не хочет ровно ставиться. Даже вот с этим маленьким шагом оно ровно не ставится. Я что могу поделать? А ничего я не могу поделать. Нужно чуть левее, чуть правее, чуть левее, чуть правее. А я как могу так ровно встать? Ну что такое? Что такое? Что такое? Что происходит? Давай, ну ёшкин кот. Вот так, наверное. Нет. Вот так. Нормально? Ну пойдет, а чё бы нет? Красиво, красиво. Самое главное, стоит. И мы на нее хотели ставить соусы. Или кеш, что-нибудь такое, знаешь, непринужденное. Давай посмотрим, что у нас тут с электроником тейбл. И поставим этот электроник тейбл, естественно, вот сюда вот. А вот на вот этот стеллаж выложим собачьи-кошачьи корма. Вот этот уголок у нас будет под электронику. Ну, пока что мы так решили, потому что вот... А куда еще? Ну, пусть вот тут стоит. И будем раскладывать здесь вот мониторчики, компьютеры всякие. Тут еще что-нибудь разложим. Хрен его знает. Пусть что-нибудь стоит все электронное. Я, кстати, прикупил планшетов и... Видать, его продал кто. Да, его, я его продал. Смотри, аж две штуки. Поэтому 32 тысячи долларов мы заработали. С кассы сняли. Очень прибыльное дело. Я так понимаю, что они продаются очень-очень дорого. Стоит что-то около 10 тысяч коробка. Но, видать, приносит гораздо больше. Ну, 32 тысячи. Трешку, получается, мы собрали просто так. Сейчас посчитаем. Но опять же, приносит только так, только в X10. Просто так она не приносит особо ничего. Угу. Угу. Клавиатурки разложим здесь же. И мыши остались. Мыши и системный блок. И один монитор, который стоит с той стороны. Ну-ка, пойдем. Пойдем со мной. Ой, мышки. Я не знаю, говорил я или нет, но я прислушался к комментарию по поводу того, что звук стал сухим. И отодвинул немного дальше микрофон, и теперь говорю в него вот с расстояния, сколько здесь? Ну, сантиметров 10. То есть я говорил вот так, но я сейчас, наверное, тебя заглушил прям. А сейчас говорю издалека. Но думаю, что ты сейчас будешь просто слышать все звуки, которые просто исходят из моего, из моей клавиатуры, из моей мышки. То есть очень много лишнего ты будешь слышать. Но будем экспериментировать, пока еще неизвестно, как оно будет, как оно поведет себя, как оно будет выглядеть, как оно будет звучать. Блин, ну кошачью еду сюда ставить тоже не камильфо. Ввиду того, что она типа и огромная и не влезает особо в эту... в эту полку. На чем мы можем сделать еще? Давай поставим вот сюда вот эту нашу лесенку любимую, чудесенку, и попробуем расставить его, этот товар, поперек. Вот так будем расставлять. И глядишь, что-нибудь довлезет. Сколько-то довлезет. Еще будем через одного расставлять, ничего страшного не случится. Правильно я считаю? Я думаю, что да. Ну-ка, расставляйся. Мне кажется, у меня сейчас выпадет наушник, это очень неприятное ощущение, да. Чуть не выпал. Представляешь, чуть не выпал. Не очень люблю такие наушники, я больше люблю такие, которые вставляются в ухо. Не которые вставляются в ухо, а которые капельки.
Вот капельки я обожаю. Капельки, они, во-первых, удобные, они не затыкают ухо, ты слышишь немного окружающую среду и вокруг тебя, короче, что происходит. И к тому же они вообще очень незаметные, легкие в ухах, короче, очень легкие. А эти, они прям вставляются в ухо, и все, и как будто ты прям, типа, прям сидишь, как в танке. Ну, это, конечно, несравнимо вот с этими огроменными большими ушами с амбушюрами. В сравнении ни в какой не идет. Эти явно легче. Так что грех уж жаловаться. Сейчас водички попьем и продолжим. Что мы можем купить на 32 тысячи? Я думаю, что мы можем купить аж целый магазин, потому что у нас очень мало товаров. Но не вижу в этом целесообразности, понимаешь? Не вижу целесообразности покупать целый магазин. Хотя у нас с тобой целых еще полчаса, наверное, где-то есть, да? Да, около получаса у нас с тобой есть. Но 20 минут железно. Просто железно есть 20 минут. И думаю, что за 20 минут мы что-нибудь с тобой захреначим. Че пока что неизвестно, но что-нибудь будет. Думаю, давай купим недостающие товары и будем их раскладывать. Закажем, естественно, я ехать туда не хочу. Посмотрим, что у нас там по доставке есть. Сейчас поставим холодильник большой. Закажем кучу всего. Апельсиновые соки, там все дела. Чтобы люди к нам приходили и жаловаться было не на что. Нет, говорит, лапши. Ща наложим, ща навешаем. Нам не жалко. 5000 еще собрали. У нас аж целых 37. Хотя можно было бы погнать и купить коров кучу. Только, правда, они нахрен никому не уперлись. Правильно, правильно. Смотрим, что у нас есть. Большой холодос, он реально большой. Его ставить-то особо и некуда. Ты представляешь, а куда я его поставлю-то? Если только вот здесь, вот вдоль стены, можно было бы залепить, но... Но нет. Вот здесь вот можно было бы поставить. Он тоже здесь особо не к чему. Хрен его знает. Ну, можно его, короче, вот сюда вот захреначить. Большой холодильник. Правда, зачем? Вот здесь можно поставить. Ну, ерундистик, конечно, получается, ну а что поделаешь? Другого не дано. Как бы вот где-то вот здесь он должен быть. Ну, я считаю, по крайней мере, что он где-то здесь должен быть. С учетом того, что он берет его немножечко правее, чем нужно. Мне от этого грустно становится. Мне прям, я не знаю, как я его буду сейчас выравнивать. Никак я его выравнивать не буду, поставлю как стоять. Как будет стоять, так и будет стоять. Хрен с ним. Правильно, правильно. Вот. Ну, криво, конечно, я поставил. Разговоров даже не может быть. Ладно. Ладно, я не могу на него смотреть, тем более, учитывая, что я уже подтвердил то, что он криво стоит. Он должен ровно уходить в стену. Вроде ровно уходит в стену, поэтому давай отойдем чуть-чуть и поставим. Вот сейчас должен ровно стоять. Да? Ну да, ровно стоит. Все, хорошо. Но с этой стороны, опять же, стоишь, смотришь, он кривоватый. И посрать. Колбаса, дружище. Смотри. Я раскладываю колбасу. Все, я разложил эту колбасу. Будь спокоен, теперь можешь спокойно ночью спать. А то я за тебя реально переживаю. Так-с. Ну, колбаску мы разложили. Сейчас накупим что-нибудь интересного. Я думаю, что в этот холодильник молоко-то не особо классно ставить, а у нас на карточке денег нет. Пойдем пятерку туда закинем, чтобы можно было смело что-либо заказывать и не переживать, что у нас не хватит каких-либо денег. Угу. Остановись. Чё кто-то за... Ёб твою мать, ты чё там... Чё там летишь-то? В своем драндулете, прикинь. С закрытым окном, просто мимо дома. Блин. Ой, гонщики. Покупают себе тарахтелок, блядь. Потом мучайся с ними. Пятерку мы собирались закинуть. Потом покой не дают, блин. Ночью вот так вот спишь, а они мимо окон гоняют. А. Давай 4500 закинем. Чё, жалко, что ли? А, мы должны сейчас погнать на ферму и проверить, на самом ли деле в 21. Или на самом деле в 22 надо забирать доход. Поехали, пока не настал у нас
Сейчас X. Блять, чуть-чуть не влез. Представляешь? Блин, ну сейчас 21 будет, и мы сейчас будем опаздывать. Опаздывать мы сейчас будем уже. 21. 21 сейчас будет. Нам нужно до 22 просто вот прям вот убей. Не хочу доехать до фермы и забрать доход. Хоть время останавливаю. Мы сейчас не успеем до 21. Ой, до 22. Или успеем? Успеем, успеем, успеем. Мы должны успеть. У нас вариантов нет. Птички поют, все хорошо, всем весело. На ходу здесь выходить нельзя, самое обидное. Я бы сейчас вышел на ходу и все бы, и не думал даже. Остановись! Беги, 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 дебил, кусок, беги! Да? Да, в 21. А он мне говорит, в 22. Ну, это некрасиво, конечно. Обманывают нас на ровном месте с тобой, представляешь? На ровном месте, говорит, приходи в 22. Пришел в 21, собрал в 21. Эх, разработчик, разработчик. Вот такие вот маленькие недочеты, вот они о тебе и говорят. Угу. Зато холодильник добавил. Правильно, правильно. Молодец. Самое главное, есть холодильник. А остальное пройдет. Мы уже почти что грязные. Мы почти что грязные. У нас 77% грязноты, и нам скоро надо будет мыться. Ой-ой-ой-ой. Прям в поворот вошел. Прям на тоненького. Что такое? Что за звук был? Странно, что-то компьютеры звук какие-то странные исходят. Ладно. Заставка у Джабер работает, наверное, круглосуточно, я думаю. Я надеюсь, что круглосуточно. Иначе как бы... Как же мы еще сейчас будем заказывать товары? Берем компьютер. И начинаем... С самого начала. Заказ. Багет, багет, биф брус. Не знаю. Хлебные палочки нам не нужны. Кирпичный хлеб. Брик бред, блять. Надо так назвать его. Он не кирпичный, он просто такой формы. Из-за формы он брик бред-то. Готовящееся масло. Я так понимаю, это как раз масло для жарки. Хотя нет, cooking oil. Нет, это другое oil. Corn flakes, chocolate milk, chocolate biscuit. Чоколати. Чоколати, cling spray, это не нужно нам. Кофе стик мы купили, капкейки, кокосовый бисквит, печеньки нужны. А кошачью еду тоже купим, давай, хоть и покупали. Куриные... Брусы, я не знаю, что это. Бруски какие-то, наверное, синабоны купим. Шоколадные батончики купим. Темный шоколад тоже купим. Ну, почему нет? Детергент, я опять же не знаю, не помню, что это такое, но, по-моему, это умягчитель, который... Диаперс, драй. Все вот это покупаем, потому что можем. Пончиков сейчас купим. Вот оно, масло для жарки, да, вот. Джинджер бисквит. Джинджер это что, пряничный бисквит? Ну ладно, муку нам не нужно. Айскрим бакет купим давай. Молока галлон купим тоже. Нудлс. Опять же, не помню, что такое нудлс, но мы его купим. Натти чоколад. Орехи. Мне кажется, мы не... Ой. Мы не выложим в этой серии весь товар, который мы сейчас купим. Пасту покупаем, естественно. Мы все купим сейчас. Розовый чай. Да зачем я на это нажимаю? Пепперони пицца. Писы какие-то, письки купим сейчас. Видать, соль. Салат дрессинг, салат заправку. Спагетти. Спагетти нужно купить. Сладкую кукурузу. Тису и свиткорн, туалет клинер, туна. Туна, не знаю, что это такое. Наверняка тоже что-то очень полезное. Ванила бисквит. Ванила айскрим. Ну и все. Вот это вот какой-то бисквит. Мы не купили только, но и купили его еще тоже. Погнали за тележкой. Открывай. Медведь пришел. Так, где-то здесь наши посылочки. И опять
без наименований на коробках. От чего мне становится крайне грустно. Лакомство для животных мы несем вон туда. Ну, потому что оно там должно... Тунец. Это, скорее всего, вот какое-то вот... Такое название, которое я не понял. Имбирная печенька. Имбирные печеньки мы положим вот сюда. Ванильные печеньки тоже туда. Говяжий бульон, я думаю, вот здесь где-то будет. Типа масло там, соус и всякая вот ерундистика. Масло сюда. Красительное масло еще одно сюда. Шоколадное печенье. Печенье, опять же, вот сюда. Галлон молока в холодильник. Ведро для мороженого вот сюда поставим. В таких холодильниках обычно мороженое хранится. Правда, они сверху со, стекла, со стеклами, это ларями называют. Но здесь, видимо, чтобы упростить разработку самой модельки и не заморачиваться над открытием-закрытием еще и холодильников, разработчик решил убрать стекло, и пусть он так и работает. Кошачья еда. Ну, она там у нас стоит, но у нас полная полка. А, нет, мороженое сюда же. Бульон из курицы здесь. Булочки с корицей, я думаю, тоже вот сюда, вот рядом с печенюхами пусть лежит. Темный шоколад, блин, вот. Моющее средство, это в химию, которая вот сюда. Нет, моющее средство большая, да? Большая, да, это вот это вот. Это вот сюда, ой. Это вот сюда. Поэтому давай, чтобы не было путаницы, поставим вот сюда. Сухой корм для собак, опять же, вон туда. Там у нас все для животных. Апельсиновый сок в морозилке должен стоять. Следовательно, это вот здесь. Берем фонарик, чтобы не мешало нам. Шоколадные плитки, я думаю, тоже сюда. Сухой корм для кошек, опять же, у нас уже был. Был у нас сухой корм для кошек. Макарошки вот сюда. Масло для жарки, ну, сюда поставим, на эту полочку. Роза-чай. Золотая, чё ж это золотое? Наполняет ароматом чая. Здесь будет стоять. Думаю, неплохо. Пончик будет выложен сюда. Хотя вообще хреновая идея пончики выкладывать сюда. Давай положим пончик. Так куда его еще положить? Никуда, у нас больше нет, полок для хлеба. Пицца пепперони где-то вот... Давай, вот здесь вот будет стоять. Никому не будет мешаться. Там лапша рядом с макарохами. Ореховый шоколад, естественно, к ореховому шоколаду. Ну, а чё бы нет. Ну, что такое? Молодец. Орехи рядом с кешью поставим. Вот, наверное, вот сюда вот мы поставим. Вот на вот эту вот круглую полку. А заправка для салатов будет тут. Хотя, наверное, тоже на круглой полке. Горох. Как он называется-то? И спагетти тоже к макарошкам. Пшеничное печенье. Я даже не знаю, где оно у меня стояло. Скорее всего, вот где-то здесь. Кокосовое печенье. Кокосовое печенье это... Нет, это не то. Блин, тогда оно будет стоять вот здесь. Или не здесь. Или вот где-то здесь. Где-то здесь, скорее всего, будет стоять кокосовое печенье. Где его? Куда я поставил-то? Кокосовое печенье пока несем сюда. Угу. Выкладываем товары. Как вы любите, только не особо ровно. Но мы выкладываем. Процесс идет, а самое главное. Хотел стрим запустить, но потом подумал, блин, нахрен этот стрим, лучше ролик запишу. Конечно, это тоже время гораздо больше занимает, но почему бы и нет. Мне не жалко. Пока к стримам я не готов, к тому же ролики как-то воспринимаются, мне кажется, немножко иначе. Как-то более серьезно, чем стрим. Стрим это типа взял, запустил и, не знаю, типа на отвали. Когда тебе совсем лень... Когда совсем тебе лень записывать ролики, то ты берешь и стрим запускаешь. Я как-то к этому так отношусь. То есть усилий вообще как таковых это не требует. А вот ролик записать, обработать его там, подготовить. Тем более общения как такового живого здесь нет. Общаешься, сидишь сам с собой.
Возможно, я сам себе трудности придумываю, но я все-таки отношусь к роликам гораздо более серьезно, чем к стримам. Стримы это такое, знаешь, на выходных можно запустить, чтобы с людьми пообщаться. Совсем, когда тебе скучно, берешь там, запускаешь и с людьми общаешься. А здесь нужно вот какую-то все-таки, не знаю, сноровку иметь, чтобы записывать ролики. Ну, возможно, я как-то себе цену сейчас набиваю, но я... Это просто исключительно мое мнение. А ты видишь, что кладется-то большая коробка? Да? Ты видишь модельку большую? Блин, только что большая же моделька была. Все пропало. Я только этот баг заметил, и моделька пропала. Ну и ладно. Вот. Имбирное печенье расставляем. И к тому же, я опять же говорил, стрим без вебки, конечно, здорово, но мне неинтересно. Я все-таки хочу, чтобы вы меня видели. Мне нужно вот это вот ощущение живого общения, чтобы ты понимал, что я как будто бы с тобой общаюсь тут, тебе что-то рассказываю. Мне кажется, так гораздо лучше воспринимается, во-первых, информация, во-вторых, воспринимается сам, само видео. А когда ты записываешь только экран и просто бубнишь что-то за кадром, то тебя особо и не слушает никто, и просто-напросто, ну, не знаю, как-то несерьезно, опять же. Примерно тут можно повторить с тобой разговор про стримы. Также несерьезно отношусь к этому, как и к видео без вебки. Видео с вебкой изначально подразумевает, что ты готовишься к видео. Готовишься к записи, должен выглядеть адекватно. Я, ну я уже, я тебе рассказывал уже все про это дело. Так что, что я тебе еще раз буду рассказывать, правильно? А когда ты записываешь, типа, ну, запускаешь те же самые стримы или там ролики не без вебки, не знаю, как-то это все несерьезно. Зачем ты тогда вообще выкладываешь? Типа, просто пройти, ну, пройти тогда, да, можно без голоса даже запускать. Точнее, заливать ролики. Зачем тогда вообще ты нужен там в этих роликах? Как какой-то посредник. Бубнишь там, что-то сидишь, тебя даже слушать никто не слушает. Поэтому в любом случае мы должны с тобой видеть друг друга. То есть, ну, ты меня видеть должен, а я тебе... А я представляю, что ты тут где-то сидишь, и я тебе рассказываю. Вот, лапша. Лапша тоненькая, конечно, но влезает, блин, она... Не в таких больших количествах, как хотелось бы. И поставить ведь ее некуда, эту лапшу, более, кроме как вот сюда. Досадно. Вот что такое нудл-то. Вид. А, Виктори надал. Нудл, или как это правильно читается? Ну, видать, надал. А может и нудл. Хер его знает. Я не англичанин. Я родился в России, вроде как, и живу в России. Английский, конечно, полезная вещь, но не настолько, чтобы я ее просто сидел тут и зазубривал. Тем более слова, которые используются не каждый день, и не... Да что такое-то? Молодец. И, в принципе, особо не используются. Макарохи будем расставлять еще. У нас с тобой аж целых 10 минут осталось. Ну, около того, плюс-минус. И я думаю, мы с тобой как раз-таки на этом и закончим. Да? Да. Через 10 минуточек. Сейчас разложим пару коробочек еще. Сгоняем, закупим коров. На оставшиеся деньги посмотрим на коров. И, собственно говоря, закончим. Грязь. Мне, блин, давай мороженки вот эти вот все разложим. Потому что можем. Потому что можем разложить, можем себе позволить. Следующая серия, думаю, скорее всего, выйдет как раз-таки к следующему обновлению. Я думаю, разработчик, опять же, не будет долго тянуть с ним и выложит его ориентировочно. Скорее всего, я думаю, где-то, думаю, через недельку выложит. Следовательно, следующее видео по трейдеру будет через неделю. Он стал очень часто выкладывать видосы, поэтому... Чё ж мы? Поэтому ясно, что выложит он где-то через неделю.
Предыдущее как раз-таки было где-то неделю назад. Обновление. А может и нет. Может, я что-то путаю. Выкладывает гораздо реже. Но ничего страшного. Как выложит, так и выложит. Мы с тобой никуда не торопимся. Мы с тобой будем проходить дальше House Flipper. Кстати, если ты не смотрел House Flipper, обязательно перейди и посмотри House Flipper. А мы поехали с тобой мыться. Мыться поехали. И поедем покупать коров. В туалет-то мы не сходили, а в туалет-то надо сходить. Затормозили, погнали в туалет. Естественно, как без туалета-то? Если мы в туалет не сходим, то что? Что нам здесь ловить-то? Больше нечего. Надо было ванную тоже в магазин поставить, а то я что-то не допер, понимаешь? Я не допер в магазин ванную поставить. Так. Угу. Мы с тобой уже разговаривали про воду и шапки, пока я с чашками не купил, с банками. Поэтому приходится довольствоваться тем, что есть. Обычной кружкой и тянуться через микрофон к этой кружке. Вот такое вот обновление у нас разработчик подкатил. Ну, в принципе, полезно. Он, допустим, сделал вот это вот медленное вращение и быстрое вращение товаров. И полезное... Ну как полезное, относительно полезное он сделал, добавил просто товаров и холодильник. Холодильник не знаю, зачем был добавлен. Он абсолютно бесполезный, у нас столько места в магазине нет. Если бы он добавил покупку соседних зданий там, например, или же аренда каких-то помещений, например, даже в том же самом банке на втором этаже, ни хрена нет. Можно было бы туда, например, сходить и, как это сказать... Брать, арендовать помещение там за 1000, например, в неделю и продавать там. А пока что вот так вот, как есть, так и есть. Едем, короче, в питомник, покупаем коровок на все деньги, на 40. То есть получается сколько? Это 80 коров мы купим. Посмотрим, как это все будет выглядеть и попрощаемся с тобой на этом. Ну, поесть нужно еще. Поесть обязательно нужно, иначе мы сейчас проголодаемся и умрем. Время только тратим на это, да? Только время тратим. Да что ж ты не тормозишь-то? Как бы скорость такую развил. Огроменную. Что затормозить не можешь? Ну, купись. Бургер на 25 давай купим. Сожрем и побежим. 47% голода нам, я думаю, достаточно будет просто за глаза. Денег у нас много уже пришло, поэтому... Блин, можно было бы съездить забрать и купить коров побольше, но нет. Мы этим заниматься не будем, все в ноль тратить тоже не камильфо. Нам закупаться на что-то нужно будет в следующий раз. Труба какая-то пустая, непрорисованная. Ну, а зачем ее прорисовывать, правильно? На кой она нужна? Внутреннюю часть можно и не рисовать. Овец мы не покупали, давай одну овцу купим. Ну, чтобы... А, нет, еще подружку есть, чтобы ей было не скучно. Все, закупились мы коровками и едем на ферму. Ну надо же чем-то хотя бы серию наполнять, а то обновление-то вышло, а обновление-то оно на 5 минут, а не на целых 40. Следовательно, мы выкладывали товары и закупились коровами. Ну а почему нет? Коровы это классная штука, тем более в таких огромных количествах. Сейчас поедем, и я думаю опять в 30 кадров все уйдет, а то и в 18. Нет? Не, пока не уходит, смотри, 59, да, смотри, не ушло, но кур-то было 900, поэтому так и было. Ну ладно, коровок у нас много, даже более чем. Ой, по ним можно ходить, класс. Ну, на этом мы с вами и закончим. Спасибо обязательно, спасибо большое за просмотр, поставь обязательно лайк, подпишись на канал, прокомментируй, увидимся с тобой в других видео и в следующих сериях, естественно, после обновления. Пока!